В лицее номер один состоялся ежегодный праздник под названием «За честь школы». На торжественной линейке подвели итоги 2016-2017 учебного года. Вручили грамоты и дипломы учащимся, которые добились успехов в творческих, научных и спортивных конкурсах. Главные виновники торжества – победители и призеры краевых и всероссийских олимпиад. Каждому ребенку в течение года была предоставлена возможность реализовать свои таланты в различных сферах деятельности – спорте, науке, творчестве. Лучших из лучших наградили на торжественной линейке. Большее количество призовых и победных мест были удостоены учащиеся Гончаров Илья, Лагунец Дарья, Петренко Михаил, Воинов Игнат, Билетова Ангелина, Рождественский Егор, Лебедев Владислав. Дети, какие мы все с вами молодцы! И какое огромное спасибо нашим учителям-наставникам! Потому что за каждой этой грамотой стоит огромный труд наших учителей. И, конечно, огромное спасибо вашим мамам и папам, потому что они тоже должны разделить этот успех. А гордиться нам вот с вами, ребята, есть чем. Для семиклассницы Мальвины Шадринцевой этот учебный год оказался очень плодотворным. Она принимала участие в различных олимпиадах как школьного, районного, так и краевого уровня. Я рада, что всех награждают по итогам этого года. Это гордость для меня, стимул, ну, в следующем году достичь чего-то большего. На празднике «За честь школы» чествуют не только ребят, прославивших лицей своими победами и активным участием в различных мероприятиях, но и их наставников, учителей. Неделька Сергей Александрович, Овчаренко Ирина Викторовна, Осьминкина Евгения Лазаревна. В этом учебном году лицей номер один отмечает десятилетие сотрудничества с компанией «Роснефть Краснодарнефтегаз», в основе которого реализация инновационного проекта непрерывного образования «Школа, вуз, предприятие», разработанного компанией «Роснефть». Представители компании поздравили ребят и отметили, что рады такому сотрудничеству. В подарок учащимся лицея они преподнесли сладкий презент. В завершении школьного праздника в лицее открыли новую достопримечательность – макет нефтяной вышки. Силуэт нефтяной вышки – своеобразный символ нефтедобывающей отрасли, который станет для роснефтевцев символом успеха, связи поколений, корпоративного единства. Право открыть знак-символ предоставили представителям компании «Роснефть Краснодарнефтегаз», выпускнику «Роснефть-класса» Ростиславу Шубинку и учащемуся «Роснефть-класса» Сергею Васильченко. Итак, кружнее! Вот он момент! Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».